Один трактор плюс еще один трактор получается один трактор. Используя такую арифметику, умельцы из Чувашии нарушили закон. Из двух тракторов они собрали один и попытались выдать его за модель известного производителя. Чем закончилась история? Смотрите далее. Инцидент произошел в 2013 году. Мужчина и его знакомые купили два трактора, из которых собрали один и наклеили на него эмблему торговой марки «Четра». Тем самым незаконно использовали данный товарный знак без разрешения правообладателя. Затем с помощью поддельных документов один из умельцев собрался транспортировать трактор в неизвестном направлении. Однако замыслам помешали сотрудники силовых структур. На судебном заседании свои действия мужчина объяснил так. Эмблему разместил для красоты, трактор продавать не собирался. Хотел просто использовать в личных целях для строительства. Служба судебного пристава был осуществлен выезд по месту нахождения нашего трактора. Была составлена опись, и в настоящий момент решается вопрос о передаче данного конфиската Росимущества для решения дальнейшего его судьбы. Трактор к владельцу уже не вернется. Его либо реализуют, либо и вовсе уничтожат.